Прощение со знаменем части – ритуал торжественный, причем он в основном предусмотрен только для командира части, к примеру, когда он направляется к новому месту службы. Командир 7-го танкового батальона 11-й механизированной бригады, гвардии подполковник Валерий Медюха, направляется к новому месту службы в одной из частей западного оперативного командования. После ритуала офицер поделился впечатлениями от 12-летней службы в гвардейской бригаде. В этой бригаде служил 12 лет. С чего вы начинали? Ну, должности командир взвода, командир роты, начальник штаба, командир танкового батальона, 7-го гвардейского танкового батальона. Что испытываем сегодня? И что удалось вынести? Какой багаж? Много опыта получил. Опыт, так сказать, бесценный. Ну, в дальнейшем, я думаю, пригодится мне. А с каким чувством покидаем бригаду? С радостным чувством. Пойду служить в другой город, в другое место. Военные не, военных не спрашивают, где хочешь служить? Конечно, ты наш долг и обязанность. Родина сказала, мы выполняем. Ну что ж, успехов на новом месте. Спасибо.